Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами рубрика «Афиша». Представляем вашему вниманию новости культурной жизни курортного района на предстоящую неделю. Отдыхаем интересно и будьте всегда в курсе событий. Кинотеатр «Курортный» на площади Свободы, дом 1, покажет для вас новинку проката – комедийный фэнтези «Покемон. Детектив Пикачу». Это история о молодом парне по имени Тим, который начинает собственное расследование о таинственном исчезновении своего отца. В этом непростом деле ему помогает детектив Пикачу. Далее, как называется, события в гиперреалистичном мире игрового экшена, где покемоны живут бок о бок вместе с людьми, вы узнаете, посмотрев фильм в кинотеатре. Категория 6+, поэтому можете посмотреть всей семьей. Приятного просмотра. 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. И Сестрорецк тоже приглашает всех жителей и гостей города старше 12 лет отметить этот праздник и узнать о его многообразии. Мероприятие состоится 24 мая в 16 часов в Центральной библиотеке имени Михаила Зощенко по адресу улица Токарева, дом 7. Для вас прочитают лекцию «Диалог» кандидат философских наук Ирина Александровна Трушина «Священное русское слово». Также проведут мастер-класс по каллиграфии. Искусство древнерусской вязи. Но на него необходимо записаться заранее по телефону 246-2405, так как количество мест ограничено. И в заключение для вас прозвучит хор детско-юношеской песни. Вход свободный, приходите. А на следующий день, 25 мая в 15 часов, в библиотеке имени Михаила Зощенко состоится встреча из цикла «Вдохновение на берегах залива», посвященная творчеству Осипа Мандельштама. Это русский поэт 20 века, эссеист, критик и переводчик. Для вас будет представлена презентация о жизни поэта. Пора вам знать, я тоже современник. Также покажут мультипликационный фильм «Два поезда». И прозвучат стихи участников группы творческой мастерской Бориса Бирмана. Приходите, вход свободный, категория 12+. Соревнования по чирлидингу «Cheer Open» – это не только спортивное мероприятие, но и большое красочное шоу. Всех болельщиков и зрителей 26 мая приглашает парк культуры и отдыха «Дубки». В 11 часов состоятся соревнования у детей, а в 15 часов у юниоров и взрослых. Приходите поддержать своих и поболеть за чужих. Красивую круглую дату, свое 300-летие, отметит парк культуры и отдыха «Дубки» 25 мая. Такие мероприятия случаются нечасто, и мы надеемся, что администрация парка подготовилась хорошо. Все начнется в 11 часов. Будет организовано более 10 тематических зон, где зрители и гости смогут познакомиться с историей парка и его развлечениями. На поле пройдет исторический футбольный матч. Рядом конное шоу, а для самых маленьких зрителей будут представлены спектакли на поляне сказок. Также вас ждет выступление творческих коллективов и большой праздничный концерт эстрадных исполнителей. Также мастер-классы, конкурсы, призы, подарки и полевая кухня. Такое мероприятие пропустить нельзя. Приходите всей семьей, отмечайте день рождения вместе с парком «Культурно». А у нас все. С вами была рубрика «Афиша» и я, ее ведущая, Ольга Леницкая. До встречи через неделю. Пока-пока.